Всем привет! Меня зовут Юля Зайка, и я рада приветствовать вас на канале Sweetrabbit Art, посвященном лепке из полимерной глины и другим видам творчества. Сегодня я покажу вам, как можно украсить кружку декором в виде серого бегемотика. Для начала берем глину двух цветов, черную и белую. Я использую Fima Soft или Sculpey Prema. Я мешаю глину двух цветов, белую и черную, пока не получу нужный оттенок серого. Можно еще добавить немножко голубого цвета, тогда оттенок получится более нежный, такой гипопотамистый, серо-голубой. После того, как получилось смешать желаемый оттенок глины, я разделяю ее на несколько частей – лапки, ножки, туловище и голова. Начинаю с лепки головы. Беру самый большой кусок из всех, на который разделила глину, формирую мордочку, что-то типа груши, и вытягиваю из нее ушки. Срезаю заднюю часть мордочки, чтобы она была плоской и можно было приложить к поверхности кружки. После этого прикладываю ее и начинаю формировать пальцами. Иногда использую стеки. Стеки нужны в основном для того, чтобы выровнять края и сделать всякие выемки в ушках, для глазок и обозначить ротик у бегемотика. Намечаю сначала маленькой иголочкой, потом теком чуть-чуть потолще ноздри. Делаю их в виде такой легкой запятой. Далее я беру маленькие кусочки белой полимерной глины, раскатываю небольшие кружочки и вставляю их в выемки для глаз. Вправляю ноздри, выравниваю глазки. Все это я делаю стеками. После этого я начинаю делать текстурку на мордочке бегемотика. Что-то наподобие такой как бы шерстки, но не шерстки. Просто текстурка маленьким тупым стеком. Наношу ее, чтобы это было наподобие чего-то такого мягкого, плюшевого, игрушки какой-то. Игрушка-бегемотик. Совсем чуть-чуть, еле-еле заметная текстурка. Далее я беру крохотные кусочки черной глины, расплющиваю их в пальцах и, помогая себе стеками, прикладываю их к глазке. Дальше руками разравниваю. Переходим к тельцу бегемотика. Берем кусочек, который был для этого специально отложен. Формируем также небольшую такую грушу, вкладываем в голове. К низу делаем чуть-чуть ее более объемной. И формируем небольшой округлый пузик бегемотика. После чего берем один из кусочков, приготовленных для ножек. Формируем его в руках и прикладываем к поверхности чашки. То же самое делаем с другой стороны. Формируем вторую ножку. Скатываем ее в виде колбаски. Тупым концом с одной стороны и с другой стороны в виде капельки. Прикладываем к тельцу. Слегка ножки можно скосолапить для более милого эффекта. Все выравниваем стеком. Приглаживаем части друг к другу стеком-шариком. Соединяем все детальки. Выровнять контуры самого бегемотика можно резиновым стеком. После этого берем еще два кусочка глины и формируем из них лапки. По форме такие же, как ножки. Также приглаживаем их стеками к тельцу, к чашечке и разравниваем.
Когда тельце бегемотика закончено, берем голубую и темно-синюю глину. Делаем свитер на бегемотике. Для этого разделяем глину на отдельные кусочки и катаем жгутики. Жгутики можно сделать с помощью экструдера, можно сделать вручную. У меня экструдера пока нет, так что приходится все вручную. Катаем такие тоненькие аккуратные колбаски и скручиваем два жгутика между собой. Прикладываем к бегемотику, делаем горловину свитера, после этого вязку. Цвет самого свитера и сплетение жгутиков на нем вы можете выбрать по своему желанию, как вам больше нравится. Также и рисунок на свитере можно придумать совершенно любой. Жгутики можно чередовать в любой последовательности. Главное правильно уложить, чтобы один жгутик шел, закручивался в одну сторону, а следующий в противоположную. Таким образом получается вязка. И завершающий штрих – нижняя оборочка свитера из одного жгутика. Свитер почти готов, разравниваем стеками, приглаживаем его по краям, чтобы свитер плотно прилегал, хорошо держался, чтобы между жгутиками не было зазоров. Далее наносим текстуру на оставшееся тельце бегемотика маленьким тупым стеком. Далее делаем небольшие шарики из более светло-серой глины. Это будут у нас пальчики и подушечки на лапках бегемотика. Из тонких колбасок черной глины делаем реснички. Бегемотик у меня получился девочкой. Реснички можно приложить в произвольном направлении, там в том количестве, в каком вам захочется. Можете просто сделать обводку черным глазиком, и тогда это будет мальчик. Далее продолжаем декорировать саму кружку. Берем зеленую глину для травки и для цветов глину тех оттенков, которые вам больше всего нравятся. Из зеленой глины я катаю колбаску, после чего раскатываю ее. Произвольно, как понравится, вырезаю травку, которая будет украшать бегемотика. Травку и цветочки делать не обязательно, но мне показалось, что из этого дополнения к декору будет как-то пусто и грустно бегемотику. Хотелось к нему чего-то добавить. Катаем сердцевинки цветочков и
из оттенков той глины, которая вам больше нравится, которую вы выберете для этого, и сразу же крепим на кружку. Далее катаем шарики, делаем лепесточки вокруг сердцевинок. Тоже сразу же на кружке. Прилепив на кружку шарики, я расплющу их пальцами, и получается цветочек. Стеком в виде иголочки прорисовываю на каждом лепесточке текстурку. После того, как все готово, я обезжириваю поверхность кружки вокруг бегемотика. Я это делаю обычным средством для снятия маникюра. Далее беру рельефную пасту бесцветную. Рисую звездочки, точечки. Точечки тоже представляют собой звездочки, просто они дальше, их меньше видно, менее яркие. Контур прозрачный по стеклу и керамике, поэтому он не смоется. После высыхания станет прозрачным и прочным. Беру стекловидный лак, покрываю только глазки. Стекловидный лак по полимерной пластике очень хорошо высыхает, не трескается, ложится ровно. Стекловидным лаком покрываю только глазки бегемотика. Кружечка готова. После того, как вы все запекли в соответствии с тем температурным режимом, который указан для вашей глины, бегемотика и остальной декор, кроме звездочек, конечно, которые нанесены контуром, а бегемотика и цветочки с травкой можно аккуратно поддеть лезвием, тонким лезвием, и аккуратно снять с чашки, после этого обезжирить поверхность чашки и приклеить на двухкомпонентный эпоксидный клей, эпоксидную смолу, либо суперклей, который выдерживает температуру до 110 градусов, по вашему желанию. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, пока!